дети изъявили желание поесть индийскую кухню, поэтому мы идем в какой-то маленький индийский ресторанчик и посмотрим, что здесь есть. Ое-ое. О, немся чутта. Пахнет обалденно. Вау. 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 Вау, инду같아. 여기. 빡세게 인도네. 영화 같아. 가서. 언제? Как будто в какую-то сказку попали. Ой, как это читать? Кари. 양고기도 있어요, 그냥? 아, 커리로만 있어요. 아, 커리밖에 없어. 아니, 볶음밥 먹어요? 밥? 네, 우리 밥은 안 먹어. Это мульсабон. Полотенце. Такого чуть-чуть. Прикольно. Таблетки, полотенца такие. Друзья заказали, сами не знаем чего. Картинок нет, как разобраться? Все названия блюд неизвестные. Короче, просто... Ну, мы у него расспросили, насколько это возможно, но как объяснить? Очень трудно объяснить кухню другой страны, если никаких аналогов, в принципе, в Корее не существует, правильно? Поэтому на свой страх и риск заказали что-то. Ну, прикольно, будем пробовать. Это индийское пиво, друзья, первый раз в жизни буду пробовать. Похожих баночек в магазине много, но вот с птичкой я не помню, чтоб я брала такое когда-то. Вот, и такие закуски нам принесли, какие-то огурцы, вот это вообще не могу идентифицировать, что это такое. Перец, баклажан и что-то такое, и перец, или специи какие-то, не знаю. В общем, пахнет круто. Знаете, похоже на узбекский ресторан очень сильно, запахами. Запахами вообще. Индо 박물관인 줄 알았어요. 일단 문 들어왔는데 여기 아니지 않아. 음식점 아니지 않아. 박물관 아니야. Я подумала, что это музей. Ну правда, здесь столько много всего. Вон даже кальянов на лестнице целая куча стоит. О. Вау. Это манго раси. А, добавлено, и стак моргет. Это машинный йогурт. А, йогурт이에요. Эпитальян 식이네, 그러니까. 이거 먹은 다음에 메인 먹는 건가? 아, 아까 음료, 인도 음료. 아. Это индийский напиток, манго и йогурт там что-то. А зачем этого парня? Йогурты как-то? Манго йогурт. Манго йогурты. О, ва. Фасолька. Ангелине принесли игрушку. Да, я так сильно. Она говорит, мне не нравится. Для девчонок игрушки. Сейчас я для мальчишек принесу. Ва, намджада. Ва, намджада чингуга. Чингуга 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 чингуга. Ва. Не на мой вкус это пиво. Я не люблю пиво с такими какими-то ароматизаторами, с какими-то левыми такими вкусами. Поэтому я не могу европейское никакое пить пиво. И вот индийское, оно прям как европейское. А, это карри из баранины. Это карри? А, 병아리 콩 карри. 이거는 양고기 콩 카리. 양고기 카리. 양쪽으로 하나씩 드릴까요? 예, 저쪽으로. Это рис? Это рис такой. Оле, сонеро могу я дать, Анджини? 인도 사람 сонеро могу я дать? 오른손으로. 네. Мои креветки. Я заказала самые-самые острые. Не острая пища для меня уже не пища совсем. Не могу ничего есть не острое. Чокомейс по-моему.
Ручками, ручками, наверное. Исаня? Ой, большинки, я чем сильно. Я комбинунде? Хянь и дальна, хянь, ванчан. Хянь. Ванчан и дальна. Мэво. Машсок? Я буду пробовать свои креветки. Подают всегда вот так йогурт, и его рекомендуется употреблять и с этим блюдом, и с этим. И не совсем понятно, конечно, как это делать и зачем. Йогурт, мне кажется, не особо сочетается со всем этим, но так положено в Индии. Эйн? Манна? Я попробую, может, это больше похоже на сметану? Друзья, это наша сметана. Это обычная русская сметана, это не йогурт. Он кислый, кислый, вообще не сладкий. Это, говорит, похоже на русские маринованные огурцы. Принесли лепешку. Ангелинке рис не вкатил, она уже положила глаз на мою лепешку. Рис не такой, как корейский, он совсем другой. Блинчик. Блинчик. Ну, на вкус это не блинчик, конечно, это такой пресный, постный хлеб. Софья, вот это индо имши. Синча серун масы дыкевасо. Таши, таши могуч по? Наджуне? Наджуне. Харуну майгу. То есть, к масы чоку... Кырюл те. Онжанга кырюл коты, к масы таши. Ну, Карри는 일본 카레 낫지 않아? 그렇긴 한데 인도 카레도 약간 중독이 있어. 막 완전 맛있는 거 아닌데 매력 있다고 해야 Но впечатления мои и мужа, что, конечно, пища довольно тяжелая, больше похожа на какую-то среднеазиатскую пищу. И карри, мне японский, и мужу тоже, но и Софье японский карри нравится намного больше. Ангелинка сладкоежка реально опять выпросила сладкую вату. Она живет у нас только на сладостях. И живчик такой, столько энергии у нее от этого сахара. В Корее даже это прибыльный бизнес, потому что одну штуку продают за 5000 вон. Почти $5, прикиньте, стоит один такой. Да, а сколько там сахара? Вот такая капля сахара. И представьте, какой навар. И очередь, друзья, очередь. Это Корея. Здесь за любой фигней люди будут гнаться. И у людей много денег. И им не жалко 5 баксов потратить на какой-то кусочек сладкой ваты. Вот. Вау! Апа, дружке. Иго, апа, дружке. Апа, дружке. Тут тогда могу, тут жуке. Апа, мокчима. Тут жуке. Апа, мокчима! Странка. Жадина. Смотрите, какой стоит агрегат. В детстве нас почти на таком катали, мотоцикле. Только там люлька была, такая коляска. А здесь, видите, грузы перевозить. О, е-е-е. Садись, София. Ну что, красивая, поехали кататься. Что это за машина? Знатоки, напишите в комментариях. Я первый раз вижу такое. София, где я? Хонбэй вассумида. Вау. 여러분들 9-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 
기다려야 되지. 아하, здесь кафе Гарри Поттера. Есть, и в него всегда очередь. В него всегда нужно стоять очередь. Их несколько штук сейчас в Корее. Это такое кафе-музей, можно сказать. Не знаю, мы сами первый раз.
и посмотрим, что там есть. Не знаю, Софья, как всегда, нарыла где-то. И это самый креативный район в Сеуле, студенческий. Хондэ, очень знаменитый среди молодежи. Если вы любите тусить, то вам сюда. Вот так мы зашли, намерзлись. Минут 30 простояли. И здесь предлагается купить напитки, тортики какие-то. Мебель, как у бабушки у моего сервант. Смотрите, какие здесь сандалики стоят. Ну и что, мы в таких детстве ходили, и ничего? Запахи здесь, друзья, прям соответствующие. Ну и что? Что это? Мой айги. Здесь бар, друзьятушки. Здесь можно выпить и мартини, и все, что хотите. 뭐하고 있어 지금? 하냐? 어디가 그랬어? 어깨다. 어깨다. 아니 아니. 멋있게 чтобы нам досталось все, что здесь есть, бесплатно. У нас бублик, кофе. Софья заказала какой-то лимонад. И вот мы сидим. А там бочки какие-то, смотрите. Открываешь бочку. И на тебя такой фонтан из пива выливается. Здесь идут картины. Я не знаю, они в такой темноте. В такой темноте находятся, что непонятно, как нужно это рассматривать. Понятно, что это просто какие-то самые дешманские копии. Но тем не менее. Вы? Да. Здесь тоже просто кафе. Вот в таком вот стиле. И вообще не особо понятно, что здесь делать. Просто кафе. Все убежали уже. Еще третий есть этаж. В принципе, за вход вы ничего не платите, это просто кафешка, вы покупаете кофе, там тортики, как в обычном кафе. И все, это просто такой Starbucks под Гарри Поттера. И ничего больше. Любимая Софина музыка. Не знаю, я не смотрела Гарри Поттера, но напишите, кто смотрел, схожи ли эти интерьеры с тем, что показывают в кино. Как по мне, так обычный какой-то европейский интерьер. Ничего особенного. Нет какой-то вот такой атмосферы, что ты пришел в какой-то, правда, английский дом старинный. Может, потому что очень много народу? И очень шумно. Должно быть, во-первых,
тихо. Во-вторых, мне кажется, должны быть очень высокие потолки в английском доме. А здесь они довольно низкие. Но это мне так кажется. Я не была никогда в английском доме. Мне просто так представляют. Напишите, кто живет в Англии или кто там бывал. Какие потолки в английских домах? Высокие или низкие? Именно вот такие традиционные дома английские. Не современные, а традиционные. На этой улице все такие на стиле прям. Совсем не такие ребята, как в нашей деревне. Так, эти опять уже убежали куда-то. Еще выше убежали. Ага, здесь есть еще и четвертый этаж. Только ты? Да, вот в принципе и все. Делать здесь, друзья, абсолютно нечего. Просто обычный Starbucks вот в таком вот стиле Гарри Поттера. О! Это что? Это что? Это что? Это азиатский столик. На полу. А, это кровать. Это такая типа кровать. И сделали такие, видите, азиатские столики, чтобы сидеть на полу. А здесь можно взять одежду и сфотографироваться вот так вот. И стоит целая очередь. Ангелина пытается задуть свечку. Здесь даже свечки не настоящие, искусственные. Ну что это за такое? Ты что думала, настоящие? Друзья, ну что ж, мы посетили знаменитое кафе Гарри Поттера. И наш вердикт – сделать здесь абсолютно нечего. Ну, вы сами все видели. Просто чисто зайти попить кофе можно. Такая какая-то иная атмосфера. Но специально сюда ехать и стоять вот такую очередь – это реально. Это слишком. И оно того не стоит. Это точно. Даже если вы какой-то фанатик этого фильма. Друзья, мы приехали в нашу избушку на курьих ножках. Реально, когда уезжаешь из Сеула в пригород, это такое облегчение. Это так кайфово. Сеул, конечно, хороший, прекрасен, но, блин, ненадолго. Супя, Сеул, чуа, йоги, чуа. Я думала, я просто постарела, и поэтому мне мегаполис достал. Мне отцовке тоже больше нравится такой вот формат. Такой формат спокойный, тихий, уютный. И красивый. Где? Куги, сагамен чукеса. И некимиго якан. Вакки чип мак икко, чутэк처럼. Чом сансу горке тэрэгосу. Ом шимшима сан чуко? Дому жоу каатэ. О, круге. Хангсан хэмокан, бонгага иссэ каатэ, хангсан. Это реальная избушка. Те, кто давно на моем канале, вы уже видели этот ресторанчик. Ну, те, кто на моем канале впервые, то для вас это будет прям какая-то шокирующая Азия. Не побоюсь этого слова. Ой, с руля это. Вы там вас увидели? Да, мама тебя любит. Да, друзья. Настоящая корейская кухня традиционная. 같이 비벼 먹는 거죠? 어떻게? 이거는 이제 보드밥에 나오는 저기 나물이고요. 청국장에 안 나와. Это желе из желудей. 여기 천안이에요. 수원 화성 막걸리. 아, 그래? 우리 동네 거. Да, это из нашего города Сувона.
Ну все, мы увидели все, наливай. Мне вы ироки нужны. Чарангаллаву. Гордится. Попробуем. Что здесь у нас изготавливают? Давай. Давай. Маскета. О, 깔끔한데? 괜찮은데? 따끔하시네. 깔끔해, 맛있네. 대걸려. 이리 와. 어떤 반찬 줄래? 어떤 반찬? 한번 줄까? Здесь, в принципе, обычная корейская еда, но так как здесь они все вот эти вот соусы ферментированные делают вручную, поэтому оригинальный такой очень прикольный вкус у блюд. Вот так выглядит тунджан, ручной работы у них. Совсем он не похож на то, к чему мы привыкли. Пахнет просто потрясающе. Попробуй. Чимчебангеса бабабама тимчанчиге кэ мазия. А, кэрэ? Хм. Но, кэнэ ирон путунг, кэрон тэнчанчиге майго, так кэ анэ тэнчанчиге маси, ирон тэнчанг маси хуак олао. О, кэнка. Вот она наша хангучка. Хангучка. Камсамнида.